История дня на ТВ Рус. Привет всем! На календаре 9 ноября заглянем в исторический календарь. 9 ноября – судьбоносный день для Германии. Именно в этот день произошло несколько знаменательных событий, положивших начало объединения страны. Тут и пивной путч, и хрустальная ночь, и падение Берлинской стены. Все это было в разные годы, но именно 9 ноября. А еще этот день принято считать днем рождения неоновой рекламы. В 1911 году, 9 ноября, француз Жорж Клод ее запатентовал. Хотя справедливости ради, надо заметить, что первые светильники на основе разряженного газа появились еще в Германии. Правда, практического применения не нашли. А вот француз Жорж Клод оказался парнем предприимчивым. А теперь давайте к праздникам. 9 ноября отмечается День винного туризма. И как тут не вспомнить Вайнштрассе, один из самых знаменитых винных маршрутов в мире, который проходит, кстати, по Германии. Вы удивитесь, но здесь растет 71 сорт белого винограда и 52 сорта красного. Из праздников сегодня также Всемирный день лизинга. Лизинг любят во многих странах, в том числе и Германии, особенно когда дело касается автомобилей. Кстати, отцом автолизинга считается продавец машин из Чикаго Золи Фрэнк. Именно он в начале 40-х годов предложил не аренду отдельных машин, а долгосрочный лизинг целого парка автомобилей. И вот еще один любопытный факт. Однажды в лизинг был отдан Белый дом. Дело было в 1925 году. Тогда фермер одного техасского ранчо, большого, кстати, получил в аренду этот Белый дом на 99 лет за 100 тысяч долларов. Это очень было дешево. У меня все на сегодня. Об интересных исторических событиях завтрашнего дня расскажу вам завтра на ТВ Рус. А сегодня все. Пока! Пока!